Новое исследование двух великих обсерваторий НАСА дает свежий взгляд на то, как формируются некоторые звезды, вместе с красивым новым изображением звездных ясель в нашей галактике. Астрономы давно знали, что звезды и планеты рождаются при сжатии облаков газа, но главная причина этого процесса оставалась загадкой. Теперь исследование объекта Цефей-Б, облака водорода на расстоянии в 2400 световых лет, помогает ответить на этот вопрос. Рентгеновские лучи, которые увидел Чандра, показывают, где находятся молодые звезды. Инфракрасное излучение, наблюдаемое Спицером, открывает, есть ли у этих звезд протопланетные диски. Наложенные вместе, снимки показывают, как излучение этих массивных звезд запускает процесс рождения нового поколения. И происходит это чаще, чем думали раньше.